Ну что там у нас, док? Как наше золотое яичко? Сэр, вы совершенно правы, она уникальна. Мы подвергли ее ряду испытаний. Ее нервная ткань как-то усиливается изотопом ее ожерелья. Оно подпитывает ее. После подготовки девушка станет сильнее и быстрее любого мужчины. Но без ожерелья она слабеет. Она само совершенство. Я знал, что агентство просто так гоняться за ней не будет. Джекпот! Ха-ха! Лени! Лени, похитили! Что? Какого хрена? Какой хрена урод ко мне нахрен лезет? Это что, шутка? Звони Джейн, пусть позаботится о выкупе. И шерифу звякни, я хочу вернуть своего пацана. За что я ему деньги плачу и спрощаться гребаному? А, мисс Купер. Приемная, шериф. Чем я могу помочь? Это тебя. Говорит Скёрки. Что? Ай, Лена. Чего? Нет! А! Черт побери! Ладно, я иду! Ждите! Где девушка? Он меня убьет, если я скажу! А я убью, если не скажешь. О, пожалуйста! Мы собирались ее вернуть! Мы просто хотели трубить поплачу! Последний раз. Где Виктория? Я слушаю. Папа сказал оставить ее Санчеса! Где мне его найти? На заводе! Прямо за городом! Спроси, кого хочешь, тебе покажут! Там бои проводят по ночам! Ясно! Ладно, хватит копать. Я могу вылезти из этой дыры! Иди вперед. Пожалуйста. Она еще была случайностью. Честно. Смотрите. Не надо. Я делал все, что ты хотел. Позвонить Тайлеру или Лэндону. Они найдут следы колес и приедут через час. Что? Нет сигнала? Даже одной палочки? Тупой кусок дерьма! На Луну они парня отправить могут, а вот нормальный сигнал сделать никак! Окей, Лени, окей.
Ты же был в бойскаутах. Надо просто найти полярную звезду. Ага. Среди бела дня. Блин, какого черта? О, черт, я ведь точно простужусь. Эй, идите нахрен, стервятники. Я еще не сдох. Боже, я ведь сдохну.